Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему, что у вас с ним будет дальше. Подумайте о мужчине, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Дорогие мои зрители, подписчики, спасибо вам огромное за комментарии, лайки, подписки. Это очень большая помощь для развития моего канала. Я все комментарии ваши читаю, всем вам очень благодарна. Также хочу напомнить, что расклады, которые я выкладываю на YouTube или Дзене, они являются общими. То, что откликается, берите себе. То, что не резонирует, не принимайте. Итак, давайте смотреть расклад. Оракул нам показывает, что мужчина в первую очередь хочет поговорить. Возможно, некоторые вопросы, некоторые ситуации вам нужно с ним обсудить. Ему может не нравиться либо ваше поведение, либо ваши отношения, вообще в ситуации ваших отношений в целом. Выпала воительница, воин, то есть, возможно, вы ведете себя как-то напористо, может быть, постоянно за что-то спорите с ним, за что-то вы сражаетесь, может быть, вам что-то не нравится в нем, вы это ему постоянно высказываете. Ему, конечно, это не нравится, и он в первую очередь хочет все это обсудить и докопаться до истины, до сути, что же все-таки не так, что вам не нравится, ну, что вас не устраивает. Но в целом мужчина хочет наводить мосты, установить с вами хорошие дружеские отношения, в первую очередь, которые могут перерасти в глубокие чувства. Но пока карты показывают, пока у вас все время идут такие споры, вы не даете друг другу раскрываться перед собой. Но также выпала еще госпожа. В любом случае мужчина вас ценит. Для него и вы являетесь особым человеком, особой женщиной, с которой он хочет проводить время. Его чувства, он кажется, что у него чувства только у него к вам, а у вас к нему нет ничего. Либо он этого не видит, либо вы его не показываете. Но он не очень уверен. Но что будет дальше, оракул нам показал лилии. То есть лилия — это вообще хорошая, счастливая карта. Она символизирует высокое положение. Вы будете находиться в окружении хороших людей. Вас ждет радость и гармоничные отношения. Романтизм, восторженность чувств. И если вы выясните все между собой, скажете, что у вас в нем не устраивает, либо вообще в отношениях, что вам не нравится, ваши отношения необычайно красивыми станут. Часто, конечно, бывают чисто платонические чувства, но здесь идет речь о том, что мужчина хочет от вас услышать о ваших чувствах к нему. Ну и карты Таро нам подтверждают, мужчина вас любит, мужчина в вас влюблен. Он будет еще более внимательным к вам, сговорчив, заботлив и нежен. Если все-таки вы найдете общий язык, если была ссора, помиритесь, то между вами могут вспыхнуть с новой силой глубокие чувства. В вашем союзе начнется период идиллии, романтики. Также эта карта символизирует открытость в эмоциональном плане у вас и реализации сексуальности. Выпадает карта это в период романтических отношений, когда необходимо поддержать возлюбленного, придать ему уверенности в себе, избавить от страхов и сомнений, принять таким, какой он есть. Также карты говорят, что вы начнете понимать друг друга, вы будете сохранять верность друг другу и будете поддержкой, опорой. Но также еще в отношениях будет присутствовать собственническая составляющая. То есть мужчина вас все-таки ревнует и
не хочет, чтобы делиться с вами вообще ни с кем. Также он будет проявлять повышенную заботливость и внимание к вашему благополучию, ну и опять же ревность. Ну и находясь вместе, вы будете наслаждаться обществом друг друга, будете строить планы на будущее, совместно достигать целей. Опять же, интимная сфера жизни будет постепенно налаживаться, вы будете узнавать друг друга, как доставить друг другу удовольствие, и будете раскрепощаться. В ваших отношениях будет большое количество эмоций, и вы просто будете вместе с друг другом, перед друг другом открываться. Вы будете, как бы, можно сказать, заново друг друга узнавать и открывать какие-то новые качества, которые, возможно, раньше не замечали. Ну и метафорическая карта нам говорит о фантазии, о легкость, уверенность в будущем. То есть будущее у ваших отношений есть, и оно весьма перспективное. Ну вот так вот нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.